Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть черепашки ниндзя легенды. Ну что, забираем свои награды за Лигу Мастеров 3 звезды. В магазине откроем бесплатно пак. Так, сегодня воскресенье, завтра, друзья мои, уже понедельник. И, как ты понимаешь, будет буст. Мое дело главное не проспать. Да я не просплю, потому что мне надо будет вставать на работу. Так что в любом случае мы успеем пройти. Так, давай-ка мы начнем, наверное, с серии испытаний. Заглянем сюда. Быстренько с тобой пробежимся. Сегодня будем доделывать все то, что у нас осталось не сделанным. Так, ну что, поцелиться. Сейчас ты получишь по лицу. Отлично. Порубили, короче, пиццу, да, на ломтики. Минус роботека. И минус еще один роботека. Переходим с тобой на вторую волну. Так, здесь у нас... Ну, можно массовую атаку, в принципе, сделать, да? Только неким. Давай, наверное, сделаем Усаги. Пускай он тут крутит своими мечами и рубашит их всех. Так, постепенно на всех висит постепенный урон. Змейковьюн отдуплится. Крип, я думаю, тоже. Так, Шреддерву ушатал. Училка ушаталась. Змейковьюн не выживет. Все, ребят, постепенный урон, естественно, его уничтожил. Так, ну что, мы прошли с тобой серию испытаний. Теперь нам нужно сыграть в поединки. Ну, поединки — это все просто и легко. Мы будем опять же с тобой искать на нашего нейтрализатора нужные нам детали, а их очень много нужно. В данный момент 3 геймпада нужно. Ну что, попробуем найти. Так, нет, значит, не геймпад, а джойстик. А выпадает нам почему-то геймпад. Так, джойстик есть. Один. Нужно еще, получается, 2. Ну, давай попробуем найти. Так, это мутаген. Опять нам выпадает геймпад. Геймпад. Эй, ну хорош. Дайте мне джойстик. Вот. И последний. Да чтоб тебе. Не хотят. Все. Нашли. Так, дальше ищемся. Ой, елки-палки. 14 ячеек крэнгов. Силовые, естественно, ячейки. Так, мы только одну нашли. Вторую. А их нужно 14. Жесть. Так, это получается третья. Пускай 4 будет. Все, мы, ребята, сделали задание. Давайте завершим. В конце серии, если у нас останется с тобой пицца, мы, естественно, поищем еще. Но... Пиццы, сам видишь, осталось всего лишь 20 штук. И поднять уровень персонажа. У нас мутагена сколько? 6000. Ну, по идее, должно хватить. И кто у нас тут прокачивается? Это Крэнк. Окей, он получает 53 уровень. Ну что, забираем здесь остатки от наших заданий. Угу. Переходим с тобой на испытание. И нам нужно с тобой попытаться вот это вот пройти. Поехали. Тихо, куда это я сиганул? Так, ну, в принципе, друзья мои, этой командой, в принципе, можно все пройти. Потому что у нас с тобой здесь и Джастин, и Змейковьюн, и самое главное, что есть Армагон. Так что поехали. Я думал, что ушатаем. Валун, я думаю, не стоит пока тратить. Окей, ну-ка давай. Тимати получил... По лицу. Змейковьюн понижает им всем атаку. Ну, естественно, друзья мои, этот будет сейчас хилять. На то и находится здесь эта морозильная кошка, чтобы делать отхил. Ну, а мы сделаем вот так. Меткость понизили. Удар. Укус. И он готов. Ну, и остается морозильная кошка. Ну, опять же, это первая волна. Переходим на вторую и смотрим, что здесь. Мондагека, Эйприл. Так, ну что ж, давай, наверное, сделаем вот это вот. Понизили мы им защиту. Вырубили Мондагека. В минус Эйприл. Так, а Кейси Джонс не хочет, да? Да чтоб тебе, ты посмотри. Сопротивляется еще. Все. И последняя у нас заключительная, третья волна. Я думаю, что здесь, наверное, стоит валунчик применить. Сразу же.
Вот и все. Ну что, мы с тобой получаем медаль. Ну, как сказать, медаль. В общем, ты понял, элемент, но он выглядит как медалька. И, наверное, пойдем с тобой на второе. Вот, ребят, снаряжение союзники. Похоже на медаль? Похоже. Эпизод 2. Но здесь уже будут противники 80 уровня, поэтому змейка Вьюна мы, наверное, с тобой все-таки уберем. Хотя здесь и Джастин вместе с Зеком тоже, друзья мои, в большой опасности. Так, давай-ка попробуем, наверное, так сделать. По железноголовому, окей. Плюс валун, зачем я валун применяю? Ё-моё, он бы мне пригодился бы. Неужели хиляться будут? Ёк-макарёк, я и валун зря сфукал, как говорится, и они еще тут хиляются. Ну-ка, на тебе, Пит. Да ну. Так, ушатали. У меня броня. Так, а этот хиляться начал, да? Ладно. Поехали. Раз удар. Джастин добил. Переходим на вторую волну и смотрим, что здесь. Так, морозильная кошка. Ну, я думаю, что вначале кинем бомбочку. Вот так вот. Теперь попробуем ракеты. Так, ну неплохо. И пулеметная дробь. Неплохо, Ванюша. Очень неплохо. Так, и переходим на последнюю третью волну и смотрим, что здесь. Кожеголовый слэш. Ага. Наверное, начнем с кожеголового, скорее всего. Чтобы без всяких тут провокаций. Так, сразу убили. Запах изо рта понижаем им защиту. Вырубать надо нам, по идее, слэша. Теперь Эйприл, чтобы не хилялась. Ай-яй-яй. Давай-ка с базуки. Найс. Ну, Ванька, ну дает, а. Ребят, хорошо, что мы его в свое время прокачали. Видел, как он с базуки шмальнул разочек, и все, и они все упали. Так, снаряжение союзники еще одно получили, а здесь уже, наверное, все, да? 90 уровень, и мне кажется, мы его не потянем. Только лишь потому, что у нас здесь 2 80-х. Это слишком люто. Наш один Армагон, но он не справится. Поэтому нам придется отступить. Нам придется отступить и знаешь, что сделать? Вот тут вот попытаться вытащить одного из двух. Поехали. Нет, не так. Вот так вот. Комикс-чувак. Есть, Рокстеди мы вытянули. Дайте бибопчика, ну пожалуйста. Ай, не то. Ну дайте бибопа, говорю, ну. Да какие, блин, осколки. Жетоны. Есть, я все-таки вытащил его. Так, подожди секундочку. У нас же здесь, блин, рискнуть что ли, а? Две попытки, ребят, всего, две. Я рискну. Комикс-чувак и осколки. Ну, ребят, я хотел, я думал, может быть, выпадет либо Крэнк, либо Шреддер. Ну, я надеялся на это. Как видишь, ничего у меня не получилось. Обидно немножко, но игра есть игра. Так, давай-ка мы зайдем с тобой в магазин, посмотрим, что у нас там по жетонам. Соточка есть? Есть. Поэтому берем с тобой и покупаем ДНК на нашего Шреддера классического. По жетону у нас 615. Хватает, хватает, покупаем. 73 ДНК из 80 у нас на голубя Пита. Так что Пит скоро прокачается. Ну что, идем на турнир и смотрим, ребята. Лига мастеров, 39-я позиция. Круто? Круче не бывает. Почему? Потому что мы сейчас с тобой быстренько возьмем наше топовое место и все. И будем там сидеть и не рыпаться. А завтра в 3 часа, когда у нас произойдет с тобой откат, мы получаем награду, которая нам даст возможность перевести на 5 звезд нашего Донателло ролевого. Так что еще один герой станет у нас почти топчиком. Ну что, бомбим? Бомбим. Все, они рассыпались. Ну, по-другому здесь и быть не могло. Мы с тобой действуем по старой схеме. Старая схема Рэя. Вот так вот. Ну что, занимаем с тобой какую там? 20-ю? 25-ю? Нет, 29-я позиция. Окей. Ничего страшного. Давай приступать дальше. Я заберу Супер Шреддера, заберу Усаги. Раз, два, три. Тут, ребят, я выбираю абсолютно рандомно.
не имеет значения. Главное, что есть два мощных персонажа, а кто с ним пойдет, уже не имеет значения. Слабенькие, очень слабенькие, абсолютно без разницы. Потому что здесь победа все равно будет за нами. Потому что Усаги делает удар, ты посмотри, как он хорошо их прожучил. Ну и, естественно, Супер Шредеру остается только добомбить. И он это делает с превеликим удовольствием, причем изейше. Так, ну что, у нас была с тобой какая там? 29-я позиция или 24-я, я уже не помню. 29-я. И попадаем мы с тобой на 19-ю. То есть 10 ступенек пролетели. Делаем выводы, что нам нужно сделать еще 2 поединка. Всего лишь 2 поединка, и мы с тобой в топчике. Значит так, Супер Шредер и Леонардо. Раз, два, три. Окей. Так, что у нас? Все вроде бы, да? Мы сейчас проходим с тобой арену, и получается, больше нам делать нечего. Все, что могли, мы пофармили. Все сейчас доделаем, да? То есть сделаем жирную точку, подведем, так сказать, недельный отчет. И остается только ждать понедельника со своим откатом. Вот и все. Так, ну что, 10 место или 9? Какое? 9 все-таки. Значит, получается, что последний поединок у нас. Супер Шредер. Возьмем тут. Раз, два, три. Четыре. Вот так вот. Ну и, как ты понимаешь, все сейчас будет довольно круто. Майки делает уклонение на нашу команду, соответственно. Вряд ли кто здесь что-то сможет ей сделать. Супер Шредер делает шипы. Двоих наказал. Опачки, минус Крис Брэдфорд. Морозильная кошка полезла, короче, захиливаться. Поздно, кошечка, поздно ты это делаешь. Так, давай-ка из базуки. Шикарно. Все-таки Ванька красавец. Не зря мы его, да, друзья, прокачали. Бомбит, конечно, круто. То пулеметная дробь, то базука. Есть, как говорится, чем за себя постоять. Ну и вот мы и на первом месте. Короткая, конечно, получается серия у нас. Но ничего не поделаешь, ребята. Надо было нам с вами все это, как говорится, выровнять, все исправить. Мы с тобой исправили. Да, Донателло. Сколько, кстати, там получается за Лигу Мастеров мы получаем? 50 ДНК на Донателло ролевого. Плюс 75 платиновых осколков. А ну-ка. 75 платиновых осколков, это получается у нас 330, да, получается, будет осколков. То есть потом еще одна неделя, и мы с тобой переводим персонажа в платиновый ранг. Вау. Это хорошие новости. Ребят, через неделю у нас будет еще один платиновый боец. Так что в комментариях пишем заранее, кого будем переводить. А, как видишь, Донателло у нас получит золотую 5-ю звезду. Так что нам нужно подкопить с тобой немножко мутагена. Так, и что же я хотел? А, я хотел добить пиццу. Пиццу я хотел добить именно на нашем нейтрализаторе. Угу, вот он. Что мы там ему ищем? Ячейки кренгов, да? Вот она, силовая ячейка кренгов. Так, здесь промахнулись. Все. Пицца, к сожалению, кончилась. Что у нас там на событии в боевке? Можно, в принципе, здесь заработать пиццу. А, давай заработаем, почему бы и нет. Поехали. Быстренько с тобой пиццу набьем, да? И опять же начнем ее тратить на поиски. Короче, ребята, завтра у нас, я не знаю, какое там будет событие, кто будет разыгрываться. Мне кажется, кто-то из ролевых должен быть. Донателло получает у нас, получит 5-ю золотую звезду, да? Плюс мы с тобой получим, сколько там получается, 330 осколков платиновых. То есть, получается, на следующей неделе мы с тобой забираем еще 75, и все. И очередной персонаж у нас переходит в платиновый ранг. Круто же! Я тоже так считаю. Так что великолепненько все. Так, сколько там мы с тобой пиццы уже заработали? 20 всего лишь. Так, этого мало, мало. Давай дальше. Здесь, по-моему, будет
40, потом 60. И в конце уже 100 или 120, по-моему, 100. Ну, тут всего один, как говорится, бой, поэтому быстро мы сейчас наберем. Сейчас посмотрим. Да, единственное, что тратится очень много. 25 пиццы в плюс. Здесь, как ты видишь, 30. То есть это уже 70 с копеечкой будет у нас кусочков пиццы. Давай-ка рубанем. С удара. Просто пиццерица ничего не может сделать. Вот скажи честно, если бы ты был бы, например, таким вот, как черепашка, ниндзя, ты бы съел бы этого пиццерицу? Из расчета то, что ты очень любишь, до смерти любишь пиццу. Вот скажи мне, ты бы не испугался съесть его? Ну, естественно, перед этим его, конечно же, распотрошив. Не вживую. Вот так вот, хоба. Потом хоба. И вот он валяется, и ты подбегаешь и начинаешь его хавать. Ай, о чем я думаю, господи. Все уже, ребят. Ладно, 35 пиццы. Короче, давай дальше искать. Ну просто сколько игра, и все время смотрю на этого пиццерицу и представляю, такая жирная, здоровая пицца. У меня аж слюнки текут, особенно если ее подогреть. Я бы, наверное, захомячил бы с удовольствием. Так, ну что, продолжаем искать наши здесь силовые ячейки крэнгов. А нам выпадает, как всегда, микроскоп. Опять микроскоп. И опять микроскоп. Это издевательство. Это издевательство, друзья. Выпала ячейка одна. Но мне что-то от нее ни холодно, ни жарко. Так, еще одна выпала. И еще одна. Ну вот, наконец-то, пошло дело. Опять микроскоп. Ну что ты, блин, а? Вот любители издеваться надо мной, а? Со своими микроскопами. Силовая ячейка крэнгов. Она в серебряной рамочке. Она должна вылетать только шорох. Но нет, выпадает нам больше микроскоп, потому что он бронзовый. Ладно, ребят, я все, что смог сегодня сделать. Ну, остается нам 4 с тобой, 4 ячейки силовых найти, крэнга. Ну, а вот 17 наушников, это, пожалуй, будет за пара по поискам. Ну, да ничего. Мы, как говорится, справимся. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. Черепашки-мутанты-ниндзя, черепашки-мутанты-ниндзя, черепашки-мутанты-ниндзя. Юные таланты, чувак! Поприветствуем юных зеленых ребят. По ночам спасают всех, сами почти не спят. Очень крутые, их дом далеко под землей. Не унывай, поедают пиццу горой. Ничто не остановит этих чуваков. Ведь уровень мастерства довольно неплох. Они скрывались в тени, но время сделать ход. Герои лавры, злодеев расход. Леонардо, лидер в синем он. Его кредо по жизни ниндзя-закон. Донателло обожает изучать машины. С Рафаэлем никогда не будет грустной мины. Микеланджело просто неповторим. На любой вечеринке он номер один. Мастер-спринтер, конечно, научит всему эту безбашенную черепашью команду. Черепашки-мутанты-ниндзя, черепашки-мутанты-ниндзя, черепашки-мутанты-ниндзя. Юные товары.